17 февраля в 5 утра в дежурную часть Кызыла поступило сообщение о том, что после семейной ссоры 30-летний мужчина, взяв с собой полуторагодовалую дочь, ушел из дома. Обнаруженного ребенка сотрудники полиции доставили в медучреждение. Оказалось, что у ребенка обморожение ног первой степени. В отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Установлено, что житель села Хавуаксы ранее был дважды судим. В отношении матери пострадавшей девочки, которая в эту ночь также была пьяной, составлен протокол об административном правонарушении, неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.